Наталина. Блин, слышите? Я подожду, давай дальше. Ой, давай дальше. Шалон, шалон, карьер, шалон. Еще? А, все, давай дальше. Ну, хорошо. Я потом скажу, на следующем вашем языке. Но я понимаю, что теперь-то вы знаете, как снимать сюда. После того, как вы сюда пошли, видели? То попадайте, ну-ка поддайся фужеров с вином, со всеми делами. Потому что это тоже так снимается кино. Оно по-разному снимается. Вообще, ну что вам сказать? Конечно, это все... Вот мои коллеги испытывают некоторые, ну, восторг я не могу сказать, но некоторые приподняты чувства того, что. А мне как-то сильно грустно, потому что... Вот вы знаете о том, что это... ресторан «Аквариум». Вот когда вы читаете литературу там, конца 19-го, начала 20 века, они поехали в ресторан «Аквариум», они были в аквариуме, они там в аквариумных кабинетах отвлекались. Это, вот этот павильон, бывший ресторан «Аквариум». А вот те штучки-дрючки белые, вот там на втором этаже, это закрытые ниши, которые были отдельными кабинетами, и оттуда, когда гуляла публика, могла наблюдать, как она уже так интимно гуляла, там, в отдельных кабинетах. Но могла открыть шторки и посмотреть, а что же делается тут внизу. Тут стояли столики и всякое такое. Но не это самое главное. Самое главное, что, ну, может быть, не на этом полу, это уже покрытие более позднее, а на деревянном покрытии снимал Козинцев, снимал Кейфиц, снимали Венгеров, Иванов и прочие корифеи, настоящие корифеи. Знаете, как это было? Я вам расскажу маленький эпизод из жизни моего фильма, связанный со мной, поскольку я здесь, глупо было бы мне рассказывать о том, что происходило с Виталием Вячеславовичем Ельниковым, с Виталием Масленниковым. Они сейчас сами выйдут и расскажут. А со мной вот такая была история. Ну, там такая, есть такой хорошо оборудованный туалет. Я там на руки стоял. А рядом к умывальнику подошел народный артист СССР, герой социалистического труда, Александр Кравлевич Иванов, кинорежиссерский виден фильм, старейший. Он еще в гражданскую войну там махал шашкой и был одноносным. Знаете что? Ну, поднятая серенада военная, Александр Кравлевич Иванов. Обаковка Сталинграда, или как он назывался, как фильм? Солдаты. Солдаты по Сталинградской битве. Это Александр Кравлевич Иванов. Он был второй, он был художественным руководителем второго сельского объединения. Всего на финансовом деле их было три. Первым руководили Козинцев Пехевец, вторым Александр Гавриил Чуланов, а третьим Владимир Чемпер. Так вот, поскольку я как-то так сложилась судьба, что я работал либо в первом, либо в третьем, с Александром Гавриловичем никогда не разговаривал, не сталкивался. На лестнице идет метод. Я говорю, здравствуйте, Александр Гавриилович. Он говорит, таким басом, здравствуйте. И я был уверен, что он и фамилию-то мою не знает. Ну, мальчик там здоровый, все хорошо. И вот я стою в мой руке, он рядом, подглядывает из-за меня и говорит, Татарский, а что это Хейфес против вас выступает? Именно так, Хейфес. Я говорю, где Александр Ильич? Сейчас на третьем этаже, в творческой комнате, идет художественный совет. Кому давать самостоятельную работу, кому не давать. Мы все посмотрели ваш фильм, у меня была такая... дипломная двухчастёвка, которая называлась «Пожар в Африке». Детский фильм из серии «Денисский мирас». Но мы посмотрели ваш фильм и говорим, давайте картину. А Хейфец вдруг против выступает и говорит, вот потеряем хорошего второго режиссера, а какой будет постановщик, еще совсем неизвестно. Я ему тогда и говорю, Ося, если бы я так в 29-м году рассуждал, ты бы до сих пор в ассистентах ходил. Это Ленфильм. Понимаете? Ну, не слушайте, коллега и товарищи, а вот так вот. Он, я-то был уверен, я говорю, что он и как звать не знает. Но вот он узнал и сказал. Я был тронут до глубины души. Но как жалко, что я с ним не работал. Такой душевный человек. И до сих пор помню, когда с той поры уже прошло тоже лет 40.